Здравствуйте, мои дорогие! Здравствуй, Танечка! Здравствуйте! Сегодня я хочу вам показать мою модель с прошлого курса, с пятого потока модель Татьяны, за которой следили все мои подписчики, за ее результатами, как она и у нее ее чудесные превращения происходили. И сейчас идет шестой месяц, как она закончила курс. И давайте спросим, как вообще у Тани все это происходит. Давайте сейчас, вот Таня сейчас вот такая, я вам покажу, какая наша Танечка. Вот. И поближе подойдем, чтобы поговорить. И давайте я позадаю вопрос. Таня, ну скажи, дорогая, а как ты себя чувствуешь вообще после курса? Великолепно. Все замечательно. Что у тебя произошло? Сколько ты сбросила? Я как загадывала, так у меня и получилось. Я в желаемом весе 65 килограмм, а сбросила я 10. Это сколько ты размеров сбросила? Я с 52-го, сейчас на 46-й. Замечательно. В 46-м размере, наверное, легче? Да, намного. Намного легче. И удобнее. И удобнее, конечно. А сейчас заметила, что летом и уже и не потеешь? Да. Да. Вот это многие замечают, что когда переходит где-то 46-й размер, 44-й, 46-й, на 46-й переходит, то человек понимает, что уже нет вот этого излишнего потоотделения и нет одышки. У тебя есть именно такие ощущения? Нет, нет. Что вот это все прошло, да? Все прошло, да. Но скажи, а как ты вообще, ты планируешь этим заниматься дальше? Да. Продолжать все буду, как было дано. Все инструменты. Все инструменты, да, все применять и двигаться дальше. А легко тебе применять? Да. Без моего волшебного пенделя, без группы. Ну, иногда хотелось бы поддержку и внимание в группе, и каких-то откликов, может быть, даже. Но самостоятельно, спокойно можно работать. Это реально, да? Да. Конечно, это реально, потому что инструменты вы получили все, и алгоритм молодости, он встроен уже ваше подсознание, а также и от него уже не избавиться. Это уже смысл жизни, и даже не смысл жизни, а как стиль жизни. И он будет вести человека. Поэтому ты ощущаешь, что без того, что ты регулярно делаешь, без этой системы у тебя уже нет таких ощущений легкости, энергичности, желания жить. Я стараюсь жить. Не отступать ни на шаг. Ты каждый день делаешь? Да, каждый день. Каждый день. Ты идешь по моему алгоритму, не отступая. Да, каждый день. И сейчас ты, я вижу, работаешь с лицом. Да. Я уже сделала сравнительные фото, когда ты пришла именно на курс. И вот сейчас. Девочки, которые в следующий поток, они, конечно, воодушевились, и просто у них было вау. Но у меня и есть еще над чем работать. Ну, это понятно, потому что лицо, йога для лица, это программа йога для лица с Ольгой Мира, первый и второй именно курс. С этими программами можно идти всю жизнь и не иметь никого, никаких специалистов, они не нужны. Каждый раз будешь делать, переделывать свое лицо. Ну, так как я же меняю часто свое лицо. И это реально? Да. Ты поняла, что это реально? Да, да. И никто же тебе не нужен? Нет. Вообще никто не нужен. Ну, конечно, красоткой. Знаешь, когда ты пришла, ты была тетенькой. А вот сейчас я вижу молодую, интересную, такую напомненную. Да, я изменилась, да. Девушку, да. У тебя даже голос изменился, так? У меня изменилось все. Вообще и в жизни поменялась, и я сама изменилась. Ну, а теперь еще по отношениям поработаем, да? И
Ну, я надеюсь, будет шикарный результат. Да, конечно. Все, что мы делаем в голове, все мы видим и здесь и сейчас. Ты же уже поняла, как мы загадали, вернее, как ты загадала. Да. Свое тело, ты его получила. Да. Теперь ты идешь и конструируешь свое лицо. Да. Так? Да, так оно и есть. Оно тебя радует? Да. А люди тебя узнают? Ну да, пока узнают. Пока узнают? Пока да. Но удивление есть? Да, удивление есть. А спрашивают, каким кремом ты пользуешься? Пока нет. Но замечают сразу, ты так изменилась. Ну, здорово. Да. Здорово, конечно, Таня. Ну, давай, я тебе хочу пожелать, чтобы через 3 месяца мы с тобой проведем такую же беседу и выложим наши результаты также, чтобы люди посмотрели, какая ты будешь еще через 3 месяца, да? Какое у тебя будет лицо, какая фигура. И если ты захочешь, ты будешь менять фигуру. Ну, там уже от человека зависит это, надо ему или нет. А лицом, по моему опыту, конечно же, женщины более активно начинают заниматься и идут уже, тут нет ограничений, они идут. Но молодость, она изнутри, да, Тань? Да. Молодость, она изнутри. Именно это я всегда фиксирую на этом внимание. Бесполезно менять лицо внешнее. Необходимо сначала изменить все внутри. Поэтому я желаю тебе, чтобы изменения были у тебя еще более лучшие, более качественные. Ну, на твой вид. Потому что я вот вижу, ты совсем другая. Меня так радует, что ты такая жизнерадостная. Я тебя сегодня встретила, ты идешь ко мне навстречу. И я думаю, боже мой, молодёсенька стала девушка, идет такой легкой походкой, довольная. Ну, это здорово. Молодые мужчины-то оглядываются. Ну, есть такой момент. Это здорово, это замечательно. Значит, у тебя внутри зажегся тот огонек, который именно проявляет интерес к жизни. Именно этот огонек, он и дает ощущение радости, счастья. Поэтому через 3 месяца встретимся и подытожим, что же у тебя дальше произойдет. Мы не останавливаемся, так ведь, Тань? Двигаемся вперед. Что хочешь сказать девочкам? Пожелать. Девочки, дерзайте. Уделяйте себе много времени, себе, любимой. И хорошейте с каждым днем. Становитесь краше и лучше. Ну, здорово. Спасибо, Таня. Ну, пока-пока. Всего доброго. С вами, до свидания. Как всегда, я Ольга Мира, и мои модели сейчас Танечка. До свидания.